Всем привет! Половина лета уже позади. Что интересного произошло с вами за это время? Пишите ответы в комментариях. Ну а о погоде на выходных расскажу прямо сейчас. В субботу переменная облачность, возможны кратковременные осадки. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса, ночью плюс 20. В воскресенье небо в Воронеже будет ясным. Днем плюс 30, ночью плюс 20 градусов. Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнал весь Воронеж? Такая возможность есть. Целый год рекламы на сайте «Блокнот Воронеж» всего за 1000 рублей. Интересно? Тогда пиши по номеру, указанному в тексте, и узнавай подробности.